Красивейший фонтан на площади Театральной ожил солнечным утром после зимнего сна. Перед этим он прошел процесс подготовки и очистки и в дальнейшем будет обслуживаться еженедельно по четкому расписанию на протяжении всего периода работы, как и остальные 5 фонтанов Рязани. Работа будет осуществлять дирекция благоустройства города. Сейчас это учреждение ведет подготовку к запуску и других фонтанов, расположенных в Рязани. Все они заработают до начала мая. У нас сейчас незапущенными остается 2 фонтана. Это на Соборной и возле кинотеатра «Москва». Работы профилактически на них заканчиваются. И оба фонтана будут запущены завтра. На Соборной фонтан еще необходима дополнительная очистка. Завтра с утра он поставлен будет на заполнение. На заполнение уйдет 2,5-3 часа. И где-то к середине дня он уже будет работать. На фонтане возле кинотеатра «Москва», возле Георгия Победоносца, фонтан, чаша фонтана более глубокая. Насосы будут подготовлены к запуску уже сегодня. Закачка будет происходить всю ночь. Заполнение фонтанов где-то уйдет 12-14 часов. И также завтра где-то к обеду, к 12 часам дня, фонтан заработает. Кроме этих фонтанов, есть, конечно, в нашем городе и совсем заброшенные сооружения. Например, на площади перед ремонтирующимся городским цирком. Как пояснили нашему телеканалу, этот фонтан все-таки в скором времени планируют оживить. И люди смогут наслаждаться его красотой вместо этих руин. В настоящее время готовится к открытию наш городской рязанский цирк. И, безусловно, администрация города, глава администрации города рассматривает вопрос либо реконструкции, либо восстановления фонтана возле, значит, непосредственно цирка. Так что с открытием отреставрированного цирка горожане смогут увидеть такую же красивую картину перед ним, как и перед драматическим театром. Ведь этот фонтан, помимо того, что украшает площадь, еще и производит сильное впечатление своим разнообразием струящейся воды.